鸥鹭，海偶尔走向陆地，折叠成一只海鸥。陆地偶尔走向海，藏身于一艘船。海和陆地面对面深入，经过雨和闪电，在云里，海鸥度量，在浪里，船测度。安静的时候，海就停在你的指尖上，望向你。海飞走，好像一杯泼翻的水，把自己收回。当你偶尔动了心机，海鸥收起翅膀，船收起帆，潮起潮落。公子的白发长了，媒人的镜子瘦了。一对对白袍的僧侣朝向日出，一群群黑色的鲸鱼涌向日落。Морские птицы. Море при случае рвется к земле. Складка за складку становится галочкой чайки. Суша при случае ластится к морю, ищет пристанище в лодке. Море и суша друг другу лицом входят друг в друга под дождь и зорницы. Там в облаках чайки мерила вещей, там среди волн лодки их мера. Покое, море замрет на твоих кончиках пальцев, любуясь тобой. Потом улетит, как вода из расплесканной чашки, опять соберется, когда ты случайно смешаешься духом. Чайки сложат крылья, лодки свои паруса. Прилив за отливом, благородных седины станут длиннее, благолепие зеркала тоньше. Пока толпы белоробых монахов несутся к рассвету, а стаи черных китов к закату. В этом стихотворении слово «благолепие», оно для западного читателя может выглядеть таким нарочитым, но оно служит своего рода временной рамкой, внутрь которой помещается стихотворение, потому что по-китайски это такое слово классического языка, оно тем самым сразу дает отсылку к традиции, и поэтому в стихотворении легко считывается аллюзия к одной из глав трактата, древнекитайского трактата «Ледзи», «Желтый император», история, в которой существует множество поэтических переложений и множество поэтических произведений, которые посвящались ей на протяжении всей китайской истории. Назидание для современников этой истории заключено в том, что только когда человек не подчинен мирским стремлениям, например, к славе или наградам, тогда морские птицы прилетят и сами опустятся ему на плечо. Чайки и цапли подлетают лишь к тому, кто не имеет на них видов, то есть животные доверчивы к человеку, который не имеет против них агрессивных намерений, как такой Франциск Ассизский, окруженный птицами. Пока есть побуждение и стремление в этом земном мире, цель неизменно оказывается недостижимой. Но вот помимо такой сюжетной истории, которую стихотворение обволакивает, можно еще обратить внимание на то, как ритмически оно устроено, потому что стихотворение начинается с замедленного темпа, с повтора слова «при случае», которое по-китайски «море при случае», да, выражение, и «чайка» звучат похоже друг на друга, как «хай-оу», то есть они как бы аукаются друг в друга, а потом ритм все ускоряется, и он сопровождается постоянным нанизыванием симметрично соотносимых частей, как это было устроено в классическом китайской поэзии: море и суша, чайка и лодка, черный и белый, крыло и парус, и ритм все становится все быстрее и быстрее, учащается по мере того, как строфы сами становятся все короче и короче. Даже монахи, одетые в белые одежды, это метафора волн у поэта Сиду, бегут к рассвету. Они позабыли, что чем больше мы хотим, тем меньше мы получаем в этом мире. А вместо впалых щек описывается, как зеркало становится тоньше, то есть субъект и объект меняются местами, одно
превращается в другое, и одновременно птицы и судно, они становятся субъектами. А перед читателем вроде как бы тот же самый остается морской берег, что в начале стихотворения, но перспектива меняется и двигается, мы как будто бы стоим в одной точке, и вот сама эта точка, она каким-то образом вращается, что характерно как раз для классической китайской поэзии, где вроде пейзаж остается неизменным, меняется постоянно разные углы зрения, под которыми мы смотрим на эту картину. В общем, неудивительно, что автор этого стихотворения поэт Сиду, выпускник филологического факультета и доцент филологии в одном из пекинских вузов. Он воскрешает в этом стихотворении параллелизм классического типа, который основывается на очень тонком балансе повторяемости и различия и действует как бы на всех уровнях структуры стихотворения. Здесь это видно, и видно, как стихотворение использует не только содержание классики, но и ее формальные структуры. 晚餐到闸门来 我叔叔最醒的地方，三个月回忆在禁油的餐桌上焚化。你们把虚构的火苗摆在胸前，并以此来爱我。烤制我，我感到坚硬、烫。半熟的菜汤把舌头活生生塞回去，只带罪的器官。 以及宽宥，整不知息地在体内萎缩，缩成磷脂核。但未成型的雷让泪水也出了电。我不祈求，菜也浩荡地掩埋我们。止住吧，我当面的肉身无意在悲壮与爱的支持中。 完成着网状的晚餐，我的绒面将坠入池水，被授予分食。到荷花池就停下，雨水看就要升起，召回病逝的荷花。Вечеря. Зайди в узкую дверь, за которой я исчисляю грехи. Где 3 месяца память на сальном столе предавали огню. Вы, измышленным пламенем, одевшие грудь и тем возлюбившие мя, опалившие мя, я как колом пронзенный болью ожога, полуготовый бульон мой отторгает язык, этот орган виновный, и дарует прощение тому, что непрерывно съеживается в теле, сжимаясь в кущий сердечник, пока еще нерожденная буря слезы питает токами молний. Я не прошу милости. Листья ботвы, как полноводье, погребают нас под собой. Но стойте! Мое одностороннее тело не в силах порваться между любовью и мужеством горя, закончить эту вечерю, как сеть. Мой облик валится в пруд, служит пищей тощим рыбешкам. У пруда все приходит в покой. Капли дождя, кажется, вот-вот взлетят, вызывая к жизни умерший лотос. Это стихотворение молодого поэта Цинь Саньшу, который на несколько поколений, да, младше поэта Сиду. Оно звучит одновременно и современно, и по-евангельски. Оно звучит и по-китайски, и по-западному. В нем кущи, образы воды и рыб, все опосредованно указывает на образ Христа, как и плоское одностороннее тело, потому что оно подобно телу шлемоносного Василиска, экзотической ящерицы, которая способна ходить по воде, за что во многих местах эту ящерицу называют Jesus Lizard, да, то есть ящерица Иисус. Это очень таинственное стихотворение, наполненное множеством драматичных деталей, и оно выстраивает мир, в котором даже самое крошечное создание способно стать таким же большим, как сам Бог, большим настолько, чтобы говорить о грехах, о человечности, чтобы разделить сакральную трапезу.
И в нем остается масса вопросов, да, что такое вечеря сама, что такое сеть, которая там упоминается, это рыбацкая сеть, сеть ловцов человеков, сеть интернет, потому что по-китайски интернет называется просто словом сеть, да, это одно и то же слово, один и тот же иероглиф. А стихотворение начинается издалека, но заканчивается у умершего лотоса, очень традиционного китайского образа, который ассоциируется с осенью, с временем размышлений о быстротечности жизни, о том, что все приходящее, но он означает и стойкость перед жизненными невзгодами, потому что у классика китайской поэзии Су Дунпо есть стихотворение, где он пишет о том, что листья лотосов уже опали, увяли, нету цветов, но есть только их гордые пред инеем стебли. То есть это картина такой холодной осени, когда последние высохшие оставшиеся стебли лотосов еще обметаны инеем, вернее, уже обметаны инеем, уже вот-вот западает снег, и они последние, такие из магикан, стоят перед... стоят под ветром, стоят и не собираются сгибаться. Вот так же и благородный муж, он стойко относится к ударам судьбы. А прием такого драматического монолога, который использует Цинь Саньшу, он может быть и западной техникой, заимствованной у таких авторов, как Роберт Браунинг или Уильям Йейтс, но с другой стороны, это и поэтический прием, который использовал, например, Ли Бо в китайской классической поэзии. И здесь мы видим, как современные китайские поэты, они лавируют между западным и восточным, между древним и современным, и делают это довольно ловко и умело.